29 мая в 9 часу утра на перекрестке улиц Сухебатора и Коли Миготина в Кургане произошло столкновение Калины с мотоциклом, которым управлял 29-летний молодой человек. При повороте налево водитель «Лады» не пропустил мотоциклиста, который двигался по своей полосе в сторону центра города. От удара Калина получила повреждение правой задней части кузова. У мотоцикла многочисленные повреждения корпуса. Больше всего пострадал сам мотоциклист. С переломами ломной и лучевой костей, а также многочисленными ушибами он доставлен в одну из городских больниц. Как сообщили в управлении ГИБДД по Кургану, по предварительным данным, виновником аварии стал водитель «Лады» Калины, не предоставивший преимущество мотоциклу. Сейчас по данному факту проводится административное расследование.